Está allí. Ну, хліна не замучена ще, по-моєму. Так, ні. Ну, я вчора не знаю, що з тебе. Вчора спали тільки до полдня. Ну і що? Ви почти. Там же буде тяжий. Ну. А это теперь это хлопцы. Я не знаю. Я тоже не понимаю, что все. Ну, Машка. Садим картошку, что нічого не маємо, ні лошадки, нічого. В очередь много людей на эту лошадку. И по очереди записано все. Я уже пошел просить, а уже в очередь была и только сказал 9-го есть еще, коли хочешь, так а что ж робить? Як рарана. Мама, це та картошка? Да, тут все. Аби як рарана. Садили вперед много, мели гектар землі. Садили і 40 соток, і 50 соток садили. А тепер садим 10, може 8, може 10, вот так. Що не сягайте, боржу. Значимости патриотического воспитания молодежи президент говорил во время общения с журналистами. Они наша память, и не только память, это те люди, которые принесли и подарили нам все то, что мы сегодня имеем. А сейчас празднуем победу воек. 68-ю годовую. Садим картошку, помогаем, не садим, а только что командуем, приехали детки, внучки, все зробили, никто, уже мы все позабывались. У меня трое детей, 5 внуков, 4 правнуки. А я прошлый год у хозяина сказал, что я уже последний год я уже, может, тут всю каждый год выступал. Еще мы же только 2 ветерана в Дубровках. На весь Казянский сельсовет бывший, уже тут нема никого. В сельсовет не зовут, не только что. У Минск. Гэды. Что, там надо генералы да полковники, не гады как говорили. За день победы. За день победы. За день победы. За ордена. За день победы. За день победы. Все. Ага, все. Гэдак казалі, што мы рані Бог рабіць не будзем. Скока будзем жыць на свет? Только празнаваць.